Ну а в Ангаласском районе прошли учения по размещению населения в случае чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах. Их приурочили к тренировкам по гражданской обороне. В учениях задействовали все структуры жизнеобеспечения, систему теплоснабжения, Ангаласский газстрой, Ангаласский филиал ГУБ ЖКХ, Роспотребнадзор, Центральную районную больницу и администрацию муниципальных образований. Прошли учения и по радиационной, и химической разведке, а также снабжению населения лекарствами. Самое главное – это готовность, получается, системы экстренного оповещения населения. Тот момент, который мы сегодня выяснили, то, что у нас действительно есть 26 населенных пунктов, в 11, например, система оповещения не работает. Сейчас будем принимать меры, связаться с руководством якутского филиала Ростелеком и отрабатывать, чтобы эта система была всегда в постоянной готовности. За этим же безопасность людей стоит, чтобы можно было людей своевременно предупредить.